Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Лань» – это Забаев Султан Хамидович. Султан Хамидович, пожалуйста, ваше мнение по прошедшей игре. Ну, сложно входили в игру, особенно первую половину первого тайма. Оставшиеся 65 минут сыграли очень целостно, создали немало моментов. Что радовало, что во второй половине первого тайма, когда мы провели 4 атаки, из них 3 именно те, которые мы просили от ребят, от команды, они ее качественно провели и могли выжить с этого. Единственное, что, конечно, счет на табло, он немножко нас расстраивает, потому что мы сегодня нацеливались только на победу. И видно было, ребята были заряжены. Концовка получилась нервная. Она как бы такая шальная получилась, что в одну, что в другую сторону. И в целом, чего все-таки не хватило сегодня нашей команде для того, чтобы размочить счет и набрать 3 очка? Ну, я думаю, где-то в концовке, наверное, мы слишком медленно действовали при принятии решения. Если бы мы принимали бы решение чуть быстрее, да, при передачах, при качестве передач, если было бы сильнее передач, потому что много передач, которые не доходили до адресата, адресат был в очень, очень выгодной позиции. Плюс в штрафную, когда мы зашли пару раз, когда Паша Долгов не смог в дальнюю, да, закрыть, плюс стандарт, который Татаев мог реализовать, там уже просто все наблюдали, куда он бьет. Да, чуть-чуть вот этого именно не хватило точности завершения. Коллеги, есть вопросы? Спасибо большое. Спасибо.